Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы с вами будем собирать идеального Минорелиса для битвы гильдий и для прохождения определенных локаций. Варианты. Что-то тупит. Музончик, варианты. Я вам показывал разные, но я потестировал, побегал. Вариант ремочный. Это у нас истинная вера была, как раз мы поставили попробовать. То есть, ну, мы попробуем тут вариант истинная вера плюс римка. И потом я поменяю, еще хочу попробовать ремочку. То есть, это таких два варианта, которые с суперпитомцем дрога просто, ну, я не знаю, на сегодня самые топовые. У нас максимальная сборка, то есть максимальная сборка на атаку получается. Истинная вера плюс кремка. Поехали, посмотрим, как оно работает. Все, ребята писали, я тоже тестировал. Получается, когда у вас не максимальный дрогу, это все не работает. Ну, видите, в принципе, вариант тоже сливной получается, его слили. Он даже не добежал туда, куда надо, но есть другой вариант, мы его тоже попозже разберем. Но такой вариант тоже очень крутой, как по мне, потому что истинная вера дает возможность получить отхил и там пару секунд тоже не получать дамаг. Вот как сейчас, например, вот опять дрога включился, вот он ударил. Его дальше же бьют. Просто кайф. Смотрите, 91%. Он все равно забегает. Если раньше были проблемы с тем, что его сливают с первой тычки, там либо с мотор. Тут сейчас его, наверное, зафигачат. И все равно добегает. Посмотрите на это имбище. Вот такой вариант. Он хороший, если вы 100% уверены, что он добежит и ударит. Такой вариант можно собирать, это один из вариантов. Но есть второй вариант, какой, ну, такой, какой я потестил на твинке, и мне, честно скажу, он реально понравился. Понравился больше. Почти землеройку слили. Но для Минотавра вот такой вот бах, я не знаю, с этим пэтом, ну, это просто подарок. Для тех, у кого он есть и кому сложно пройти топов, потому что, ну, я не знаю, на сегодня очень сложно и очень тяжело многим бегать именно Минотавром. Мне еще нравится, какая тут отражалка, то есть максималку получает. Посмотрите на Барда. Я не знаю, вам там видно, нет, но он продержался без проблем. В общем, эта песня, когда у вас совпадают кулдауны и интересные противники на БГ, которых есть воодушка, вы не можете их пройти. Реально такая. Плюс такой сборки у вас дрога бафает, считайте, на 200%. То есть у него баф, где там мой Минотавр? У него баф получается 100%. Ну, так как написано, я не знаю, или это действительно так. 100% я уже ничему не удивляюсь. Плюс суперсила, плюс у вас ремка дает атаку. Ну, тут у нас дамаг идет. Тут больше стоит для дефа. Этого дамага вам вполне хватает, чтобы, в принципе, пройти любого противника с любым дефом. Я вам это показал уже на максимальных топ-левелах. То есть ребята, у которых там максимальные прокачки. Вроде как. Так, это не то. Зданий. И их сложно раньше было проходить Минотавром, но просто тупо из-за воодушевлений сливали. То сейчас это все совсем по-другому. Не знаю, успеет он добить или нет. Так, отлично. Такой вот вариант, как видите, он, да, классный, но есть свои нюансы. Ну вот, пожалуйста, 100%. Ему пофиг просто, вот реально. Включается истинная вера. Я не знаю, я считаю, что истинную веру надо просто выбирать из игры. Потому что с ней и Бард стал просто очень мега жестким, ну и другие герои.
тот же самый оккультист я показывал, и Ронин, у меня и Фрея тоже, можно такую же собрать, тоже довольно-таки интересные в плане выживаемости, в плане слива пачек. Ну вот вам, пожалуйста, Минотавр, который еще благодаря питомцу, на которого, ну, я вообще не мог подумать, что он просто будет давать неуязвимость. Но это бред. 65% отражалки, а у тебя неуязвимость 4 секунды. Ну как это? Просто как? Вот он забегает и 100% база. Все. Ему просто пофиг. 4 секунды герой может бегать. А есть другой вариант. Там мы с вами его тоже потестируем. И, наверное, не буду ловить ремку. Ремка очень долго... В данном случае у нас ловится. По-моему, на складе должна она быть. Да, есть. Вот такой вот вариант. Можно точно так же поставить истинную веру, но есть возможность еще поставить маскировку. И тут еще более интересно. Надеюсь, сейчас все получится. Я вам покажу идеального Минотавра. Вот тот же самый землеройка, да. Тут надо, чтобы немножко поиграться, совпало все. Опять же, он как нафиг, как землеройка сливается на Минотавре, у которого, ну я не знаю, вот посмотрите на это. Я не знаю, получится у нас, не получится. Это просто бред. Бред самый настоящий. Что это за фигня? Вот объясните мне, как? Вот как вот это вот может быть? Такой вариант, ребята, еще интереснее тем, что он уходит в инвиз, и когда он выходит с инвиза, включается опять же друг. И он еще дольше получается неубиваемым. Просто песня на сегодня. И все благодаря кому? Благодаря просто суперпэту. А да, его могут в некоторых вариантах сливать, но... Вот здесь, например, да, его слили. Когда, конечно, много атакуют сразу, это понятно. Любого там застанить можно без проблем. Но если умеренный дамаг по герою, то это лучше, когда зефир с водушкой. Это особенно против расстановок. Ну, видите, тут дамаг единственный, ну, огника большой. А мы сейчас поищем с вами умеренный дамаг, так чтобы у нас были на воодушке героя. Вот даже тот же самый Фобушка. Видали, вот в чем прикол здесь? Ну, немножко не то, надо тестировать все-таки зефир. Он, получается, уходит в инвиз. И с инвиза он выходит. Блин, нету нигде. Сейчас попробуем здесь. Вот такой вариант против топов более интересный. Не успел. Надо так, чтобы именно с воодушевлением был. Зефир, как вы знаете, бьет немного. Он именно снимает, получается, дамаг. А может, тут повезет. То есть надо не такие герои, которые дамажат очень много. Надо такие, которые дамажат много, но... Вот как, вот, например, Лис, да, там, либо Зефир. Вот такого плана. У него будет возможность уйти в инвиз сейчас. Вот он ушел в инвиз. О, видите, тут неудачный опять же пример. Вот он вышел с инвиза, дрога включился. А, в общем, у меня в таком варианте огник опять нафиг улетел. Это просто бред. Это просто бред. Так, найдите мне зефира. Конечно, намного больше. Не знаю, ли он тут забежит. Тут дофига всего уже. Просто буду сливать. Ну, нам можно отвлекать юнитами, героями тем же. Я хочу просто вам показать на примере Зефира, как его идеально можно использовать. Это надо хороший Зефир с водушкой. Больше, нежели такой вариант. Вот. Ну, мы ударили, потому что юниты были. То есть, в чем смысл? Я уже рассказывал, раньше показывал. Когда есть на дефе зефир с воодушевлением, ну, и там другие герои, их можно отвлекать, то самое главное, чтобы был зефир.
он, получается, у нас помогает Минотаврику уйти в инвиз, потому что он не наносит много дамага, он бьет, вот опять же, видите, вот в чем плюс. Сейчас он выйдет с инвиза, и вот вуаля, сразу же, как видите, он вылез, второй раз ударил. То есть он выходит в инвиз, включается Дрогу, опять выходит с инвиза, опять ударил. Это просто, ну, бред. Четыре раза Минотавр ударил с маскировкой. Это вот именно то, что я вам хотел показать. Вот этот вот вариант, это просто бред. Как по мне, такого не должно быть. Но такое есть благодаря Дрогу. В общем, я вам показал идеальные варианты, вы уже пользуетесь, пока есть возможность, кому надо. Пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.